Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в XCOM Enemy Unknown. Хорошо, теперь у нас больше времени, но вам все еще нужно найти бомбу. Это да, уже нашли. Бомба. Доберитесь до нее и отключите взрыватель. Задание изменилось. Да подожди, изменилось. Ничего не изменилось. Сейчас мы подключим. Молодец, теперь у нас будет больше времени. Так, понятное дело, что я красавчик. Так, давайте, пожалуй, выдвигаться вообще чуть ли не в наглую, да? Восемьдесят 4%. Лови. Так. У тебя шпеха. Сколько у тебя процентов на попадание? 55? А если ты выйдешь... Ты же тоже у тебя шпех, да? Только бегаешь не так далеко. Ты выйдешь тоже 55. Хватило. Так, у тебя сколько процентов? 70. Отлично. Снимай. Отлично. Супер. Сейчас рванет. Машинка взорвалась. Ну, ничего страшного. Так, кто там может бежать? Штурмовик. Так, медик, давай сюда. Зацепи. Блин, ну, жаль, что машинка возле тебя взорвалась. Ничего страшного. Так, отключаем эти штуки. Очень хорошо. Еще один отключен. Теперь надо бежать отключать саму бомбу. Этот энергоузел отключен. Повторяю, энергоузел не работает. Бежим отключать саму бомбу. Ну, я думаю, там уже никого не будет. В принципе, что, ход заканчиваем. И отключаем саму бомбу. Все. Хорошо, теперь осталось разобраться с недобитыми лунатиками. К вам идут пришельцы, штурм один. Готовьтесь к бою. У нас новая задача. А вот это, конечно, не очень кайф. Так, ну ладно, давайте захиливать тех, кого можно захиливать. Само отвалится. Яд нейтрализован, замечательно. Так, где у нас второй доктор? Угу. Второй доктор, вот он. Вот он, кстати, может себя сам похилить. И снайпера может похилить. Так, ну ладно, остальные давайте в перезарядку. Кто может? Я снова в строю. А теперь бой. Клац-клац. Так, откуда они идут, эти пришельцы? Ой, господи. Ну, двух вижу, трех вижу. Но это трупы. Это просто это... Чуваки, ну мне вас жаль. Честно. Хотя вас что-то дофига. Так, ну снайпер. Сколько? 100%. Ну давай. Снайпер, еще можешь? Не может. Так, сколько? 75? 75? 75? 75? Давай 75. 75 мимо. Так. Черт, промахнулся. А еще разок. Вот это черт. Так. Доктор, 99. Нам достаточно. Так, еще один готов. Этот сектор зачистили. Так, тут 96, достаточно. Готов. Огонь 90. Супер. Минус. Так, кто остался? Один остался. 90. Готов. Прощай. Бомба обезврежена. Все, супер. На базу. И мы получили 16 трупиков этих чуваков. И обезвредили бомбу. Ну что, здорово, я считаю, здорово. Так, двое у нас ранитых. 16 труб для дохляка и немного фрагментов оружия. 196. Не забывайте,
Мы видим все. Так, новый истребитель. Начать проект. Вот, потому что истребители... Спутниковый модуль готов. Так, стоп, спутниковый модуль готов. Запуск спутников. Да, двое. Ну, тут у нас по панике. Ну, в принципе, наверное, во Францию. Ну, в принципе. Спутник запущен. В Австралию. Спутник запущен. Азия дает... А, так вот, ну сейчас у нас еще спутники. Сколько тут этот инженерный отдел? Спутники 6 дней. Ерунда. Так, центр управления. Обнаружение цели. А, это пси этот построили, да, шнягу? Ту, которую я хотел. Гиперволновой модуль готов. Кстати, что касается инженерного этого отдела. Оружие и техника, да. Титановую броню произвести. Сколько можно? 2, да? Отправить заказ. Отлично, у нас 4 титановые брони есть. Центр управления обнаружения цели. Начать новое исследование. Новый предмет. Новый предмет громобой. ТБМП на антигравии. Пользуется технология системы питания и навигации. О, броня Архангел. Смогут летать. Эй-3. Ну давайте. Итак, у нас есть гиперволновой маяк. Остается самый главный вопрос. Что он нам скажет? Для начала можно поискать неопознанные летающие объекты. Так, ладно, центр управления обнаружения цели. Начать новое исследование. Броня Архангел. Тяжелой броней. Он оснащен небольшим двигателем, который позволяет на некоторое время подниматься в воздух. Но это снайпер, возможно. Улучшенный полет. Так, давайте 3М эту пушку исследуем. Обнаружен инопланетный объект. Так, ну что, выслать перехватчик ракеты лавины? Нет, плазма-пушка. Давай, с плазма-пушкой он снимет, по идее, вообще на изиче. Смотрите, сейчас как будет красиво. Показываю. Вижу противника. Показываю, как красиво он это все делает. Два удара и все. Так, ну высылаем рейнджер. Так, штурмовик с осколочной гранатой, иди погуляй. Снайпер есть? Подождите, тяжелая пехота, поддержка, а где... Чё, снайперы у меня оба... Ой-ё. Тогда штурмовика надо брать, хотя лучше я тебя... А кто у меня еще? Штурмовик. Что у меня получается? Поддержка есть, тяжелая пехота, штурмовик. Нет, два штурмовика есть, две тяжелых пехоты есть. Мне либо поддержку, либо, блин... Ну, штурмовиков что-то у нас сильно до хрена. Давайте вообще новобранца возьмем. Слушай, ну я тебе панцирную дам, я тебе просто не доверю. Так, давайте тебе плазмер дадим. И гранату пришельцев. Я тебе просто титановую эту не доверю. А вот, кстати, этим оснащение. Тебе титановую. Да, медику. И кто у нас еще? Штурмовик. Граната пришельцев. Ну, допустим. Блин, ну штурмовикам не хочется. А ты у нас в каком звании? Ты у нас полкан. Ну, ладно. Оснащение. Держи титановую броню. Раз полкан, штурмовик, постоянно с нами ходишь. Так, все. Ну, по пушечкам у нас все здорово. Тяж пехотинцы, все с плазмами. Так, ну, начинаем.
блин, конечно, с новобранцами идти. Я уже и забыл, когда я последний раз с новобранцами ходил. Садимся. Ходил на миссию. Следующая операция пройдет в Японии. Пришельцы. Так, ну к бою. К бою. Штаб, ответьте. Рейнджер достиг внешнего контура. Приближаюсь к точке. Штурмовой отряд ждет приказаний. Подтверждаю, рейнджер. Штурм один. На месте крушения ведите огонь по готовности. Ёк-макарёк. Вот это я засветил сразу так. Жестко. Меня обходят с фланга. Сколько процентов? 1%? Серьезно? А вот если из этой точки. 20, 36, 1. По 36 надо стрелять. Блин, его надо ловить. Этого с критом мы будем ловить. Вообще, конечно, зря я так засветил. Тут ничего не скажешь. Тупость несусветная. Так, 15. Ну, 15, может, попадет. Не попал, но зато сжег дерево. Так, а вот и штурмовик, который новобранец. 5%, но это вообще нет смысла стрелять. Давай гранату у него. Бросаю гранату! На 5 хотя бы так. Так, давай стрельба на бегу. И пошел. 78, давай беглым огнем. Двух. Раз, и второй давай. Мимо дал, ёпти-бупти. Так, ну все, их ход. Следите за флангами. 13 крита. 8, не крита. Мне нужна помощь. Под огнем. Так, ну нормально. Так, а ты у нас медик, ты, в принципе, можешь поймать и этого, да? Шестьдесят процентов. А потому у тебя сколько? 20%, да? Ну-ка, перейди-ка сюда. 80-60. Давай-ка поэтому. Ты издеваешься? Зараза! Не, ну выстрел из РПГ мы делать не будем. Шестьдесят шесть. Ладно, фиг с ним. Убиваем. Конец лунатику! Двадцать пять. Слушайте, я какую-то лажу сотворю. Давай беглым. Раз мимо. Два в цель. Сорок пять. Чего ж так мало 45? Ты лучше перейди сюда. Вон, 90. Ты ж куда лучше? Теперь не рыпается. Тут слишком жарко. Ухожу из-под огня, меняю укрытие. Так, док, ну а ты захилься в таком случае. Так, ну он же, наверное, никого не убьет. Они отходят! Только не надо отступать, пожалуйста. Достал, гад... Так, все, теперь док должен его нейтрализовать.
Док. А есть еще у нас док? Нет, дока больше нет. Ну что, док подходит сюда. И оглушает. Спи крепко. Никуда ты не денешься. Так, у нас тяжелый этот еще один. Блин, только что хреново. Хреново то, что у нас побитые бойцы довольно-таки много. Ну. Я снова в строю. И вот это реально плохо. Блин, подойди сюда. За дело! Фуфел просто, какой-то фуфел. Так, значит, док. Док, подходи сюда и захиливай. Утри сопли и в бой! Так, ладно, пока ход давайте пропустим. Блин, вообще меня напрягает. Да понятно, что оттуда что звук. Это за звук. Я понял, что нам туда надо идти. Это логично. Так, док. Захил сюда. Не страдай, это просто царапина. Все, медпакетов у дока не осталось. Ну, соответственно, надо врываться. Ага, за этим бревном как бы безопасная зона, да? Блин, ну, давайте передвинем. Давайте все в безопасную зону. Так, ты пока иди вот перед это дерево. Перед этим деревом стань. Так, все, пропускаем ход. А вот и засветились сами чувачки. Визуальный контакт. Визуальный контакт. Так, ну отлично. Мы теперь готовы к пальбе. Кстати говоря, они очень четко, мне кажется, под ракетку стоят. Да. Давай, с шандарахой. Все, красава. 34%. Ты вообще стрелять где училась? Вот, 79%. Вот это я понимаю. 79. Ну, давайте по порядку. Один готов. Блин, ну давай 34, но это фейл. Это, конечно, фейл. Так. Черт, он не сдох! Док, реаниматор. Тебе задача... Так, подожди. А, он 65. Вот это я понимаю. Отлично. Давай второй выстрел. 65. Вот это я понимаю. Пора рисовать звездочки. Так, значит, док. Нейтрализатор. Беги сюда. Так, все, ход заканчиваем. Так, надо перезарядить. На всякий случай все всех готово. Перезарядим. К бою готов. Так, все, всех перезарядили, ход закончу. Ну что, два отряда уже снесли, это хорошо. И все перезаряженные, можно сохраняться. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык